Я приглашаю на сцену жительницу города Санкт-Петербурга, кандидата технических наук Левентову Елену Анатольевну. Пока Елена Анатольевна идет, я расскажу чуть-чуть предысторию. Ее не было в программе, но мы с ней созвонились, когда формировалась программа конгресса, и она мне говорит: «Евгения Михайловна, у меня сердце поет гимн тайной доктрине Блаватской. Дайте мне одну минуту». И мы так и назвали ее выступление «Гимн тайной доктрине Блаватской». В 90-е годы, когда я была в Америке, мне хотелось как бы найти какие-нибудь сведения о Блаватской, потому что у нас еще мало что появилось и ничего не было. И в публичной библиотеке Нью-Йорка я в открытом доступе искала книги и, знаете, нашла много книг. Я так обрадовалась, думаю, сейчас я все это постигну. Оказалось, что там слова такие: авантюристка, шарлатанка, циркачка. В общем, ну, фиаско полное. И, к счастью, я гораздо позже, конечно, узнала, что эта книга «Тайная доктрина» была настольной книгой Альберта Эйнштейна, надеюсь, и других ученых Запада. Ну, вы знаете, что в СССР теософы сидели в тюрьме, теософия была закрыта, и очень долго нашему, так сказать, вниманию, нашему знанию это было недоступно. И вот когда она, так сказать, уже в 91-м году, я, например, к ней припала, появилась, то она была полностью, как бы, отклик на мой зов духа, потому что это синтез науки, религии и философии. С детства я мечтала быть археологом, и я с радостью узнала о грандиозные знания, которые Блаватская дает о древних цивилизациях. И сейчас, когда ученые все больше и больше находят всякие, так сказать, открытия новых, абсолютно неизвестных цивилизационных прошлых достижений, и не знает, наша наука не может это повторить, а если бы они читали «Тайную доктрину», они бы смогли к этому приблизиться. А с другой стороны, значит, когда я открыла этот труд, то для меня, как уже ученого-химика, было как бы разочарование в нашей науке, известное, которое как бы преподносило нам очень убого, материалистическими ножницами обрезав то, что знали те, кто открыватели, первооткрыватели, Ньютон, Максвелл, Фарадей. Они постигали, знали и открывали законы космоса. А материалистическая наука это все обрезала, типа вот шарики сталкиваются между, вместо взаимодействия планет. Понимаете? И вот это вот, этот труд грандиозный, который был открыт миру, смог ли мир приблизиться к нему? Это все есть в открытом доступе, но вы прекрасно понимаете, что меньше процента на Земле, кто может это постичь. И это как обычный человек, так и ученый. И, как Блаватская говорит, это не вина их, а беда, потому что высшее сознание через сердце, которое постигает нашу, так сказать, все знания, которые разлиты в пространстве, все еще мало развито. И поэтому большая ответственность на нас с вами лежит, чтобы мы, те, кто могут прикоснуться к этим знаниям, постигали сами, углублялись, потому что безграничное это знание, данное в теософии, в живой этике и в учении храма. Мы можем это постигать, да, с вами, продвигаемся на этом пути. Но наша ответственность в том, чтобы мудро поделиться и донести это до тех людей, которые еще этого не могут делать. Так что думаю, что конгресс имеет большую возможность приближения в этом направлении. Спасибо большое. Спасибо большое.